Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я покажу, как быстро перенести сайт лендинг на Adobe Muse на хостинг и пользоваться 3 дня хостингом бесплатно, чтобы протестировать услуги хостинга. Также хорошо подойдет, если вы хотите кому-то продемонстрировать сайт в интернете. Итак, вы новичок, вы создали сайт в Adobe Muse. Теперь вам нужно разместить его в интернете. Как это сделать? Нам нужно воспользоваться одним из хостингов. Их очень много в Рунете. И сегодня мы рассмотрим вот этот хостинг. Что нужно сделать в первую очередь? Перейти на главную страницу хостинга. Ссылка на хостинг будет в описании этого видео. На главной странице хостинга мы прокручиваем ниже. И нам подойдет самый дешевый, самый такой слабенький хостинг. Для лендинга это в принципе подойдет. Это у нас ниже. Купить хостинг. Прокручиваем ниже. Смотрим самый дешевый. Яблочный хостинг, старт. Что здесь нужно учитывать? Цена в месяц, место на диске, 500 мегабайт за глаза, количество сайтов, сколько можно разместить, только один. База данных нам здесь не нужна, потому что у Adobe Muse такого нет. И здесь внизу кнопочка «Заказать». Кликаем на нее. И нам нужно произвести регистрацию на данном хостинге. Обычная регистрация. Заполняем все данные и нажимаем здесь «Ок». Как только мы зарегистрировались, нас сразу перебрасывает в К-панель хостинга. Нам сразу показывает, что мы находимся на первом шаге. Здесь у нас стоит реальный период, так и оставляем. Здесь мы видим, какие услуги мы можем заказать. И написано напротив каждой услуги 0,0 рублей за 3 дня. Я выберу стандарт К-панель. Нажму «Заказать». Автопродление, я пока поставлю «Отключено». 3 дня будем пользоваться бесплатно. Доменное имя, адрес вашего сайта пока попробую не указывать. Насколько я знаю, мы можем воспользоваться тестовым доменом данного хостинга, чтобы быстро разместить сайт в интернете. Итого к оплате видим 0,00 и нажимаем в корзину. Далее мы нажимаем на кнопку «Активировать». Статус заказа «Заказ обрабатывается» у нас написано. Через несколько минут у нас будет написано «Услуга готова к использованию». И кнопка «Инструкция». На этой странице эти данные вам лучше сохранить где-то в блокноте на флешку, чтобы потом не потерять. Здесь будет доменное имя, то есть это тестовый домен, чтобы мы могли посмотреть, как выглядит сайт в интернете или продемонстрировать кому-то вашу работу, ваш сайт. И все необходимые данные, например, FTP-доступ, за счет которого мы очень быстро прямо через Adobe Muse перекинем наш сайт на хостинг. Если мы сейчас скопируем наш основной домен и вставим в адресную строку, здесь у вас будет, скорее всего, написан «Домен активирован». Видно, что здесь пока сайта никакого нет. А давайте быстренько перенесем наш сайт. FTP-доступ, FTP-сервер. То, что у вас здесь написано, вы копируете, как я это делаю. Переходим в Adobe Muse, переходим в файл «Передать на FTP-сервер». В FTP-сервер вы прописываете данные строки. Дальше вы копируете FTP-пользователь и FTP-пароль и вставляете в соответствующие поля. Дальше вы выбираете «Далее», URL-адрес сайта. Вы прописываете ваш тестовый домен, который у вас написан вот здесь. Будьте внимательны, что здесь нужно указать HTTP, двоеточие, два слэша, то есть как у домена. Вот таким вот образом. Конечно же, у вас будет свой уникальный домен тестовый. Здесь у вас будет стоять папка «Publish». На сервере мы здесь ничего не трогаем. Ниже мы выбираем все файлы и нажимаем «Ок». И ждем, когда наш сайт загрузится на хостинг. То есть самое сложное мы с вами уже выполнили. После этого вас автоматически должно перебросить ваш браузер по умолчанию. Давайте посмотрим на домен. Я обновлю страницу. И вы видите, сайт прекрасно загрузился. Adobe Muse, то есть как он выглядел у меня здесь. Зеленый браузер заливка и логотип Muse. И у нас с вами все получилось. Не забывайте, что через 3 дня ваш сайт прекратит работу. То есть доступ закроют. Нужно будет платить денежки за услуги хостинга. Если у вас возникнут вопросы о том, как заплатить за хостинг, вы можете в вашей панели вашего хостинга здесь воспользоваться онлайн-консультантом. Задать вопрос, как это сделать. У вас здесь будет написано «Баланс 0». Можете перейти сюда и здесь уже выбрать сумму, вот здесь прописать.
и нажать на кнопку «С какого кошелька», то есть Яндекс.Деньги, откуда вы, или банковским переводом, откуда вы сможете оплатить услуги хостинга. Здесь они сложно. Вам нужно будет один раз это просто сделать, запомните, и потом уже будет легко. Лучше сразу платить за год, потому что, скорее всего, предусмотрена скидка. После размещения сайта в интернете вы можете перейти в панель управления. А логин и пароль от панели управления находятся ниже. Когда вы авторизуетесь, это будет выглядеть так. Потом вы перейдете в диспетчер файлов. А вот эта папка publish.html. Два раза левой кнопкой мыши вы кликаете по папке. И вы попадаете внутрь вашего сайта. То есть все, что вы извлекли из Adobe Muse, все эти папки, они находятся в данной директории здесь. То есть вы также легко сможете потом это все выделить и вот здесь вот удалить. Если вы хотите, например, загрузить сюда другой сайт. Итак, сайт работает, с чем я вас и поздравляю. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Всего наилучшего. До новых встреч. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.